Детские фильмы немецких режиссеров бесплатно показывают новосибирским школьникам. В кинотеатре «Победа» стартовал фестиваль для юных зрителей «Шлингель». Заранее трудно предугадать, понравится детям фильм или нет. Насколько я понял по реакции детей, сейчас, после первого фильма, он им очень понравился. С детьми нужно говорить на уровне глаз. И не случайно для открытия фестиваля мы выбрали фильм «Тим Талер» или «Проданный смех». Оператор снимал его на уровне глаз ребенка. Поэтому он нравится многим детям. «Шлингель» в переводе с немецкого «Озорник». Несмотря на такое название, на фестивале все серьезно. Есть жюри, а после каждого показа обязательно обсуждение картины. Зрители также могут написать рецензию. Авторов лучших поощрят. Новосибирский фестиваль проходит в шестой раз в программе 6 фильмов. Приключения и фэнтези для самых юных зрителей, драмы для тех, кто постарше. Открыла фестиваль лента «Тим Талер» или «Проданный смех». Юным зрителям она понравилась. Настроением. Все иногда какие-то проблемы, а тут просто смех – это радость. Мне больше всего нравится Тим за его харизму, за его смех, который очень заражает. Я, не знаю, наверное, полфильма просмеялась с ним. Было очень смешно, весело и запоминающе. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!